Благотворительная акция «Белый цветок» состоится 18 сентября. В России этот праздник милосердия и благотворительности стал популярен в 1911 году благодаря поддержке царской семьи. В рамках Елисаветинского крестного хода акция проводится во второй раз. В этом году она рассчитана на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в коррекционных школах Одинцовского округа. Среди них Одинцовская школа «Надежда», Старогородковская школа «Гармония» и Старогородковская школа-интернат имени заслуженного учителя России «Фураги». Для этих ребят жизненно необходимо специализированное оборудование. Благотворительные ярмарки в преддверии 11-го Елисаветинского крестного хода пройдут во всех школах Одинцовского округа. Лучшие поделки школьников будут представлены на площадке у храма Спаса Нерукотворного образа в селе Усово. Принять участие в акции и помочь особенным детям получить новые возможности для их реабилитации смогут все желающие.